Пожар вывел из строя один из крупнейших сахарных терминалов в порту Сантос в Бразилии. Таким образом, главный мировой экспортер лишился почти 60% своих мощностей по отгрузке сырья. Цены на сахар на мировых рынках взлетели на 6%, обновив годовой максимум. Терминал, который принадлежит компании Копера Сукар, обеспечивал до 1 000 000 тонн экспорта ежемесячно. Огонь повредил 6 складов, где хранилось в общей сложности 180 тысяч тонн сахара сырца. В результате возгорания пострадали 4 человека и репутация владельца. Дело в том, что именно Копер Сукар контролирует 17% всех мировых поставок сахара. Аналитики Credit Suisse считают, что происшествие не скажется на краткосрочных контрактах, однако теперь компании придется арендовать другое помещение, чтобы выполнить свои обязательства перед покупателями на ближайшие полгода, а может быть и больше, в зависимости от того, как быстро удастся все восстановить. Мировые рынки отреагировали моментально. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена на сахар теперь составляет почти 19,5% центов за фунт.